Последний раз я в Беларуси был 40 лет тому назад, будучи студентом, работал на строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта города Минск. Но сразу бросается в глаза то, что город Минск, Беларусь, это то место, которое, на мой взгляд, окружено заботой руководства. Все здесь у вас очень симпатично, все ухожено. И видно, что это большой труд, слаженный большой труд. Вчера я побывал в парке высоких технологий. Мне было очень приятно слышать молодых людей, видеть те достижения технологические, которые были достигнуты гражданами Беларуси. Я бы хотел, чтобы вы знали, белорусы у нас в Абхазии воспринимаются как родные и близкие люди. Большинство граждан Абхазии все еще живет советскими воспоминаниями. Мы во многом, благодаря усилиям западных государств, находились долгое время в изоляции. И благодаря России у нас идут процессы, скажем так, деизоляции. И контакты с Белоруссией в этом смысле очень важны. И мы хотим, чтобы наши отношения складывались добрососедские, хорошие. Акцент был сделан на экономическое взаимодействие. Мы договорились по ряду вопросов, создан торговый дом. В рамках работы торгового дома есть возможность осуществлять поставки продукции абхазской на территорию Белоруссии и наоборот. Вы, наверное, знаете о том, что Абхазия – это туристическая страна, у нас очень комфортный климат, у нас очень неплохо можно провести время, и мы всегда будем рады гостям из Белоруссии. Я подписал указ, в соответствии с которым продлил сроки, безвизовые сроки пребывания граждан Беларуси в Абхазии.